شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Давайте оценим по достоинству предоставленный нам Аллахом шанс. Ведь эти шансы, они не бесконечны. Ведь они имеют определенный счет. Ведь мы на этой земле пробудем совсем немного. Ведь дни протекают со скоростью, поражающей рассудок. И они никогда не вернутся назад. И единственная польза, которую ты сможешь унести из этого мира, это совершенные тобой угодные Аллаху праведные поступки. Аллах дал нам в руки средство спасения. Одно из этих средств – этот месяц. А завтра он спросит нас. И будет сказано, разве вам не было предоставлено достаточно времени жизни для того, чтобы мог опомниться тот, кто хочет опомниться? И разве вас не предупреждали о том, что Аллах вернет вас к себе и спросит за то, как вы провели отпущенные вам на земле дни в покорности Ему или ослушании? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.